Вторая составляющая естественного роста церкви заключается вот в чем. Должно быть не только благовестие, направленное вне на окружающих людей, но и забота, ободрение, поддержка, любовь внутри, среди членов церкви. Господь так сделал, что он послал Варнаву, сына утешения, для того, чтобы антиохийская церковь научилась как раз вот этому утешению, тому, чтобы быть вместе, быть рядом, утешать друг друга, ободрять друг друга, идти друг с другом вместе, возрастать в любви. Потому что именно это и есть один из признаков подлинных христиан. Так говорил Христос, «Потому узнают, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между вами». Варнава был послан в Антиохийскую церковь как раз для того, чтобы принести в нее вот эту атмосферу любви. Если это не происходит, то в церковь приходят самые разные люди, интересные люди, и они приходят ко Христу, но не могут перейти на следующий уровень взаимоотношений, и церковь не развивается. Я хочу привести пример подлинной любви в отношениях между членами церкви. Это история из жизни Дуайта Муди. Дуайт Муди родился в 1827 году в Соединенных Штатах Америки. Его отец умер, когда ему было 4 года. Воспитала его мама. В 19 лет Дуайт Муди пришел на занятия воскресной школы. И там познакомился с учителем, с преподавателем, который проявил о нем настоящую заботу. Он даже на работу к Двайту приходил. Двайт занимался продажей и ремонтом обуви. И вот на работе Двайта Муди привели ко Христу. Было ему тогда 19 лет. Он переехал в Чикаго, переехал потому, что именно здесь, как ему казалось, он заработает много денег. Но в Чикаго он увидел серьезную нужду. Он увидел детей, у которых не было отцов. Детей, которые бродили по улицам Чикаго, у которых были проблемы, которым нечем было себя занять. И Двайт Муди осознал, что это его дело, потому что он сам вырос без отца. Его дело помочь этим детям. Но как помочь? Он собрал их вместе и начал воскресную школу для них. У него было 18 мальчиков в этом классе и стал им преподавать. Прошли годы, и этот класс рос и рос, и в конце концов там стало 1200 детей. Как-то один мальчик переехал в другую часть города, в другой конец города, но каждое воскресенье он все равно вставал и приходил пешком на занятия. Тогда Чикаго был не таким большим, как сейчас. Но все равно город был крупный. И вот как-то к этому мальчику, который шел на занятия воскресной школы, подошла одна женщина и говорит, слушай, сынок, у нас здесь тоже воскресная школа есть, приходи лучше к нам, там не хуже, чем во всех других. Мальчик говорит, да я понимаю, что у вас хорошо, но я хочу, чтобы было лучше. «А чего тебе не хватает?» — спросила женщина. Он говорит, «Я хожу на занятия, которые ведет Двайт Муди, потому что нас там любят». Нас там любят. Он знал, что здесь среда, в которой его принимают. И он хотел идти в эту воскресную школу, даже если ради этого нужно было бы пройти пешком через весь город. Так что же объединяет наши церкви? Некоторые общины объединяются исключительно зданием. Другие, прежде всего, тем, что ну, проповедник хороший. Для каких-то церквей этим связующим звеном оказывается молодежная группа. Кто-то говорит о том, что у нас такая хорошая церковь, мы все ходим, потому что мы родственники двоюродные братья, двоюродные сестры, дяди, тети, такая большая семья. И все это неплохо. Но знаете, в чем главная объединяющая сила? Это сила любви в взаимоотношениях. А теперь поговорим о третьей характерной черте естественного развития церкви. Это вдохновляющие лидеры. В 11 главе Деяния апостолов мы читаем о том, что Варнава действительно был таким лидером, таким руководителем. Он мог, конечно, прийти в Антиохию и сказать, слушайте, в Иерусалиме мне никогда не давали проповедовать, мне никогда не давали быть лидером, а теперь я в Антиохии буду главным, я буду решать все. Но Варнава поступает... Иначе. Он хотел развивать, поддерживать, взращивать Божий народ. Он хотел, чтобы люди Божии, чтобы члены церкви были именно теми людьми, какими хочет видеть их Бог. Вот это и есть вдохновляющее лидерство. Но иногда лидеры далеко не вдохновляют. О таком лидере написано в одной из басен Изопа. Был такой Изоп, баснописец, раб в Греции, он жил в 556 году до Рождества Христова. А в 300 году до Рождества Христова его басни собрали вместе. Это был сборник из 200 басен. И моя любимая басня о лягушках, которые хотели себе царя. Лягушкам надоело управлять самим собой, и они стали Квакать и жаловаться, как это так, Юпитер не дал им царя. Но вот Юпитер решил исправить положение и заткнуть их, и послал им с небес бревно. Просто бревно упало в болото, при этом плеск был колоссальный, лягушки все это заметили, и они были в восторге. Ничего себе! Наконец-то у нас есть царь, сошедший с неба. И с каким плеском замечательным он сейчас в это болото прилетел с небес. И они выбрались и стали смотреть, что же это за царь, царь-бревно. Но выяснилось, что царь-бревно абсолютно неподвижен. И лягушата стали прыгать с этого бревна, а старые почтенные лягушки, сидеть на бревне, как на заваленке, судачить о том о И снова стали они жаловаться, что же у нас за царь, он ведь ничего не делает. Юпитеру все это надоело, и он послал им в болото Аиста. И Аист как вы знаете, питается в том числе и лягушками. И Аист устроил движуху. По всему болоту он бегал туда-сюда. И все были в таком восторге, как много он делает, туда-сюда ходит. Все лягушки это сразу оценили. Но вдруг они заметили, что он ест лягушек, поедает их одно за другой. Нам нужны вдохновляющие лидеры, а не лидеры людоеды. Вдохновляющие лидеры, такие как Варнава, собирают команды из других людей. Варнава отправился в Тарс и привел с собой Савла. Вдохновляющие лидеры работают с молодежью. Но Варнава был существенно старше Савла. Но в этом и есть смысл вдохновляющего лидерства – работать с молодежью, создавать команды, чтобы ввел все служение не только один человек. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. А теперь следующая грань естественного развития церкви — это служение, ориентированное на дары. В Деяниях апостолов, 11 глава, мы читаем о том, как церковь приняла Агава, это был пророк с большой буквы. Он предсказывал будущее, потому что Дух Святой ему открывал это будущее. Сейчас у нас, конечно, тоже есть пророки, но это пророки с малой буквы. Они проповедуют Слово Божие. Агав был пророком с большой буквы. Он предсказал будущее, естественно, получив это от Бога. И дал ободрение Божьему народу чтобы Божий народ мог жертвовать на преодоление засухи, которая еще не произошла. Агав именно это открыл церкви. Когда служение ориентировано на использование даров, члены церкви знают, как использовать дары, как ими пользоваться. Вот картинка, которая показывает, что происходит, когда служение не ориентировано на дары. Это как раз картинка из книги по естественному росту церкви. Никто не знает, в чем его а, дар. И как вот эти квадратные колеса, люди пытаются как-то самореализоваться, но ничего у них не получается. Никакого удовлетворения у них от этого нет, потому что дара нет, и дар не используется. А те дары, которые у них есть, на самом деле там, на тележке, они не используют эти дары. Людям не рассказали, в чем их духовные дары. Им не показали, как пользоваться этими дарами в контексте поместной церкви. Их просто бросают на служение, не пытаясь помочь им понять, в чем их дар и, соответственно, они не могут по-настоящему служить на том месте, куда ставит их сам Бог. В нашем курсе уже была целая лекция по 12 главе послания к римлянам. Мы говорили о дарах, о том, как пользоваться этими дарами. Если эту лекцию вы не смотрели, то обязательно посмотрите, потому что есть способ использовать наши дары в служении. Мы смотрим на то, что доставляет нам удовольствие, и мы слушаем, что говорят нам люди Божии. И таким образом мы понимаем, в чем наша функция, в чем наш дар. И служение, ориентированное на использование даров, это важнейшая составляющая часть естественного развития церкви.